Ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной, в том числе и в Асбесте. Своим мнением по поводу вакцинации от COVID-19 поделились жители города. Ну, ждать, наверное, уже некуда. Столько, сколько сейчас у нас больных и в городе, и в области, и в России, это уже колоссальные цифры. Лично я давно привилась. Я привилась еще в мае месяце. Я сделала уже ревакцинацию. Сделала ревакцинацию не только для себя, я сделала ревакцинацию для родных, потому что у меня 4 внука, у меня дети. Все время общаюсь с ними, чтобы ни их не заразить, ни самой не заразиться. Ну и вообще удивляюсь тем, кто не прививается. Очень удивляюсь. И всегда вот говорю о том, что ну, медицина настолько сейчас шагнула, что говорить, что вакцина несовершенна, по-моему, даже стыдно. Потому что если мы победили те инфекции, которые были в 18-м, 17-м, 19-м веке, вот тогда вакцина, может быть, была несовершенна. А сейчас уже столько сделано для того, чтобы была она совершенна. Поэтому я только за прививку и, конечно же, призываю всех, чтобы прививались. Потому что, ну, кто не был в красной зоне, не видел этого всего. А кто был, те все, кто вышли оттуда, все говорят «за». Но было поздно многим уже. Я бы хотела всех обязательно привиться, заставить. Почему? Потому что в наше время, в нашей сейчас ситуации – это очень важно. Вы знаете, сколько сейчас очень больных людей, которые не только лежат в больнице в красной зоне, но и есть люди, которые умирают. Поэтому посмотрите на этот трезвым взглядом и заставьте себя, своих родных, близких, всех друзей, знакомых привиться. Это важно. Это для нас сейчас очень важно.